Наш храм был построен в 1708 году, завершилось строительство нашего храма. И та же самая бригада артель строителей, построив наш храм, спускается в Кижи, и уже та же самая бригада строителей начинает строительство вот Кижского храма. Поэтому можно сказать, что эти храмы родные сестры, потому что вышли из одного топора, вот, из одних умельцев. Вот, а, конечно же, русские люди, жившие на севере, они очень хорошо умели работать с деревом. Был богатый опыт, вообще рубки изначальной леса. Потом оно сушилось, привозилось, тесалось. И во всем этом, конечно же, достигался шедевр. Крестьянин был, конечно, не бедный, и, конечно, не у каждого крестьянина был такой дом, это понятно. Крестьянин был богат, он торговал, но дело в том, что даже богатый крестьянин, не имея такого хорошего вкуса, какой явно был у этого крестьянина, вряд ли бы построил себе такой дом. Потому что настолько красиво он оформлен, такие красивые резные наличники, вот этот конек, который мы можем видеть на крыше. Нет, вот только сверху. Сейчас я покажу. Вот это? Да. Это организовалось прихожанами, просто, ну как, детей много, все семейные, все с детьми. Ну, надо, чтобы как-то у детей тоже проявлялась любовь в нахождении в храме. Не только служба, да, но и что-то у них запоминалось другое. И вот было организовано на такие вот занятия небольшие. А потом мы даже получили документы, что это группа познания, да, образовательная группа познания.